В этом концерте прозвучит музыка Баха, Моцарта и Глюка. Это настолько человечно, эта музыка, настолько она понятна, что ее хочется исполнять вновь и вновь. Флейта, арфа и орган. Флейта, арфа, они очень естественно вписываются в фактуру, скажем так, органа, звучание органа. Это одни из самых мягких, но в то же время богатых инструментов по звучанию. Так сложилось, что половина нашей программы – это произведение, которое обычно исполняется на бис, потому что это наше любимое произведение.